Направо! По местам несения службы шагом! Марш! Готовность номер один. Перед тем, как экипажи сотрудников ГИБДД разъедутся по городу, торжественное построение. Основные задачи масштабного рейда – предупредить аварийные ситуации на дороге, а также пресечь нарушения, из-за которых растет число ДТП. На особом контроле – нетрезвые водители, ведь по статистике именно они становятся главными виновниками аварий. Данные мероприятия проводятся как раз в преддверии выходных, когда большая часть уже народа более-менее расслаблена и, соответственно, двигается по пути домой через определенные магазины, где готовится к проведению выходных. По словам специалистов, подозрительный автомобиль видно издалека. Обычно он резко меняет характер движения в потоке машин или прячется за грузовиками. Такое поведение – верный сигнал для остановки транспортного средства. Инспектор обязан не только проверить документы водителя, но и оценить его состояние. Если закрались сомнения, в ход идет тяжелая артиллерия. Проверить, трезв ли водитель, поможет алкотестер. Сейчас мы покажем принцип его работы. Для начала нужно продуть прибор. Подождать несколько секунд. Результат появился на экране. Вадим Марченко за рулем всего год. Сегодня его машину остановили. Однако опасений процедура проверки не вызвала. Мужчина говорит, бояться нечего, если уверен в себе. Все хорошо, ни одной аварии, вожу аккуратно, все нравится. Я всегда езжу с документами, всегда трезвый. Все в порядке. Пока сотрудник беседует с водителем, немецкая овчарка по кличке Жрица ищет запрещенные вещества. Сотрудники поясняют, нюх служебной собаки не может превзойти ни один прибор. А вот искать нарушителей ПДД помогают специальные программы. Паутина позволяет нам видеть транспортные средства, либо злостных водителей, которые много нарушают правила дорожного движения, либо ранее лишенных водителей транспортных средств. И фиксация идет, и остановка на посту дорожно-патрульной службы, и уже дальше работа с нарушителем. Специалисты ведомства напоминают, за езду в нетрезвом виде предусмотрен серьезный штраф. Также водитель на 2 года лишается права управления транспортным средством. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.